В Центральной районной библиотеке состоялось вручение Московской областной литературной премии имени Евгения Зубова. Церемония награждения состоялась в 14-й раз, а трое из лауреатов – поэты Ленинского района. За всю историю премии ее обладателями стали 78 литераторов, из которых 38 – жители Ленинского района. Вот и в этом году наши земляки не остались без наград. Мы в свое время, когда создавали эту премию, ставили перед собой следующие задачи. Первое – увековечить память Евгения Зубова, прекрасного поэта Видновского края. Вторая задача – поощрить, поддержать талантливых литераторов, прежде всего Ленинского района – и Московской области, и литераторов, и руководителей элит-объединений. Среди награжденных журналист газеты «Видновские вести» Евгения Сорокина. Ее рукой написано множество книг о земляках, которые стали достоянием Ленинского района. Евгения Петровна отметила престижность премии, а также рассказала о своем заочном знакомстве с поэтом Евгением Зубовым. Татьяна Сананина, с которой мы работали много лет, возвращаясь из Мисайлова, обычно говорила: он опять про тебя спрашивал, привет передавал. Я говорю: ну, мы же не знакомы. Ну, а что ты удивляешься? Он Евгений Петрович, а ты Евгения Петровна. Вот такой интерес был. Премии награждают поэтов и прозаиков, раскрывающих в своих творениях тему малой родины. Таким когда-то был поэт Евгений Зубов, чьим именем и названа награда для литераторов. Память о человеке жива, пока его помнят. А потому стихи Есенина Видновского края и поныне звучат со сцены. Одно из них прочитал Тимофей Ануров. В ряды берез вторгаются осины, немых полян застыл белесый свет, деревьев обнаженные вершины до солнечной весны хранят секрет. В этом году литературной премии удостоено 6 человек. Творчество этих людей разное, однако оно едино лишь в одном, но самом важном – в прославлении своей малой родины. Арсений Рогозянский, Александр Будников, Сергей Ларин, Видное ТВ.